Экстра Бау. Вы смотрите канал Да 5 и шоу По факту. Если в слове Facebook сделать очень много ошибок, то получится слово ВКонтакте. Именно так и сделал Павел Дуров и замутил свою собственную социальную сеть. Что ж, 10 фактов о ВКонтакте. Let go. По факту. Социальная сеть ВКонтакте является самой посещаемой социальной сетью в России. По посещаемости ВКонтакте занимает 3-е место среди сайтов в Рунете, уступая лишь Яндексу и Mail.ru. Социальная сеть ВКонтакте не сразу стала социальной сетью. Поначалу ВКонтакте являлась закрытым приложением к форуму СПБГУ. ВКонтакте в Соединенных Штатах Америки считают пиратским сайтом, а причиной тому является нарушение прав интеллектуальной собственности по всему миру. Именно поэтому YouTube находится в не шибко дружеских отношениях с сетью. Основатель социальной сети Павел Дуров в процессе создания сайта неоднократно слышал на радио фразу «в полном контакте с информацией», являющейся на тот момент джинглом радиостанции «Эхо Москвы». Именно этот факт натолкнул его на мысль назвать социальную сеть ВКонтакте. 6 декабря 2012 года певец ртом Сергей Лазарев написал в Твиттер, что собирается подать на ВКонтакте в суд за пиратское распространение его творчества. 12 декабря Павел Дуров сообщил также на сайте Твиттер, что культурная ценность аудиозаписей ВКонтакте резко возросла, а при попытке воспроизвести песни Лазарева появляется всплывающее окно, сообщающее, что аудиозапись недоступна. В социальной сети разыскивают должников по неуплаченным кредитам. С нарушителем происходит сначала знакомство, после этого назначается встреча, во время которой должника задерживают. Будьте внимательны, если вы задолжали кому-то деньги и вдруг с вами навязчиво хочет познакомиться Катя Самбука, предлагаю встретиться, чтобы отведать клубничное мороженое. Заклятый враг социальной сети ВКонтакте является другая российская социальная сеть «Одноклассники». Там вообще кто-то обитает? Интересным фактом является то, что в «Одноклассниках» в сообщениях нельзя отправить ссылку, содержащую слово ВКонтакте. По мере того, как популярность соцсети росла, Павел Дуров становился богаче. На сегодняшний день он является рублевым миллиардером. Уже в 2011 году его состояние оценивалось 7,9 миллиардов рублей. 1 апреля этого года Павел Дуров сообщил на своей странице об уходе с поста генерального директора ООО ВКонтакте, объяснив это сокращением имеющейся свободы действий, однако затем 3 апреля отозвал свое заявление об уходе. Компания-разработчик антивируса Dr. Web признала сеть ВКонтакте порнографическим сайтом, внеся в черный список для функции «родительский контроль». Такие дела, с вами был Ли Кей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и своим друзьям про нас расскажите. В общем, веселитесь по полной, ба-ба-ба-ба-бау! Хотите купить квартиру, дом, а денег хватает только на квартплату? Узнайте, как покупать недвижимость, не вкладывая своих средств. Для этого пройдите по ссылке под видео, зарегистрируйтесь на сайте и получите от экспертов по продаже недвижимости ценные знания. Как в 2014 году выгодно купить недвижимость и заработать на этом? Ссылка в описании. Мы будем очень рады твоей подписке на наш канал, а также смотри топ-5 вдохновляющих людей и 10 фактов о книгах и чтении.